«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Постройка. Хорулма. Самовольная постройка. Рухсатхэв тюдюльган хорулма. Самовольная постройка. Рухсатхэв тюдюльган хорулма. Фонтан в Благовещенске за 24 миллиона рублей оказался самовольной постройкой. Благовещендағы 24 миллионлық фонтан рұқсатсыз төзілген құрылма болып шыққан. Фонтан в Благовещенске за 24 миллиона рублей оказался самовольной постройкой. Благовещендағы 24 миллионлық фонтан рұқсатсыз төзілген құрылма болып шыққан. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».